Музеи, галереи, а также выставочные центры присоединяются к всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет 4 ноября. Учреждения культуры подготовили серию мероприятий, а наш корреспондент Наталья Чекет узнала, какие тематические программы ждут жителей и гостей областной столицы. Акция «Ночь искусств» уже не первый раз проходит в областной столице. В этот день учреждение культуры открывает свои двери и принимает жителей города и гостей. В Тверской областной картинной галерее каждый посетитель сможет обойти практически весь дворец. Кроме того, подготовлена специальная программа, посвященная проекту «Екатерининская миля». В зале, где мы с вами находимся, будет проходить мероприятие, посвященное костюму екатерининской эпохи. Также в связи с екатерининской эпохой мы будем представлять еще один такой интересный достаточно проект «Волжский вояж Екатерины II» и расскажем про галеру «Тверь». Музыка екатерининской эпохи будет звучать в парадном зале. Для любителей иконописи будет представлена икона на холсте. Также гостей ждет музыкальная театрализованная программа в восточном крыле дворца и инсталляция по картине Юрия Кугача в субботу. Это будет интересно и запоминающе, и даст возможность вообще нашим посетителям обойти весь дворец, все наши площадки. Ну и, конечно, в эту ночь каким-то образом вот поучаствовать в этой ночи искусств. Свои двери Тверская областная картинная галерея распахнет по традиции в 19 часов, а завершит прием посетителей в 22 часа. Напомним, что вход в Тверской императорский дворец осуществляется только по электронным билетам, купить которые можно на сайте галереи. Обширную программу для посетителей подготовил музей Тверского быта. В этот день будут открыты два здания – музей «Дом купца Арефьева» и городская усадьба. Мы наметили не только проведение экскурсий по зданиям и одному, и другому, по нашим многим экспозициям, но еще у нас есть и интерактивные экскурсии, и мастер-классы, и детей, начиная уже с 5-летнего возраста, с родителями, с бабушками, с дедушками, мы ждем на эти мастер-классы. Кроме того, музей Тверского быта представит традиционную экскурсию «Русский самовар. Тверское чаепитие». На ней посетители узнают о традиции тверского чаепития, также гостям расскажут о самоварах в произведениях живописи. Самовар – это такой обязательный атрибут раньше в русской жизни, поэтому мы немножечко вот расширим рассказ еще и о нем. Музей Тверского быта откроет свои двери в 17 часов. А более подробную информацию можно узнать на сайте Тверского объединенного музея. Здесь представлена полная программа мероприятий. Не забыли в этот день и про юных жителей Верхневолжья. Для них детский музейный центр подготовил разные мероприятия. Концерт, экскурсии и мастер-классы, а также мультимедийную викторину. Она посвящена как раз Дню народного единства, что мы знаем о народной культуре. Но и в разные сеансы, 3 сеанса экскурсии по нашей выставке, а как наши космонавты, с показом одноименного мультфильма и 3 разных мастер-класса. Мастер-класс по теням, мастер-класс по глине и мастер-класс «А кто это шумит» в мультфильме. Мероприятия начнутся в 16 часов и продолжатся до 21 часа. В выставочном центре просят перед посещением заранее записаться, позвонив по телефону. Напомним, что во всех музеях и выставочных центрах действует масочный режим. Поэтому сотрудники настоятельно рекомендуют не пренебрегать этим правилам.